Всем привет, друзья! Это третья часть битвы Сайтамы против Гару в форме монстра из веб-манги Ван Панчмана. Если вы хотите, чтобы я продолжил озвучивать вебку, обязательно поставьте лайк под этим видео. Так я узнаю, что вы действительно хотите этого. А если хочешь поддержать меня, подпишись на канал и напиши в комментариях, стоит ли мне озвучить новый сезон аниме Ван Панчман, который должен выйти в следующем году. Что ж, ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Абсолютное зло. Это... закончится твоей смертью. Прости, но я без понятия, о чем ты говоришь. Я не могу достичь тебя даже с этим. Невероятно. Еще немного, и я изменю мир. Супертехники, серьезные атаки, серьезный удар головой. Ты изменишь мир абсолютным злом? Что это значит? Это значит, что ты умрешь. Даже не можешь дать нормальный ответ, а? Так что, а? Это то, чего я боялся. Поражен силой справедливости, даже ничего не сказав. Но я не позволю этого. Еще один шаг. Еще один шаг, и я изменю. Нет, этого достаточно. Ты не можешь победить. Разве ты не заметил? Ты слабее, чем был раньше. Прекрати. А? Прекрати? Это конец. Еще нет. У этого большое значение для меня. Закончи то, что ты начал. Трус, ты зовешь себя героем? А? Зацени. Ты не можешь даже ответить. Ты еле держишься. Я теряю силу. Моя сила утекает. Мой кулак бедствия монстров-убийц и богов. Черт возьми, не покидай меня. Я думаю, тебе сначала нужно позаботиться о своих ранениях. Еще нет, пока ты не... Я великий монстр Гару. Я... Заткнись нахер! Ой. Гару избивают. Ясно. Его противник. А? Генос? Тебя снова разобрали по кускам? Сенсей. Ясно. Даже Гару не чита тебе. Что это за тупая шутка? Черт! Если бы тебя не было здесь! Откуда он получает эту хладнокровную ауру? Сенсей добьет его? Ну, если ты все еще хочешь этого... Я отказываюсь проигрывать! Убей его! Убей его сейчас же! Сделай это прежде, чем он трансформируется снова! Это твой единственный шанс, Б-класс! Сейчас! Снеси ему голову! А? Кто этот парень? Я согласен с милой маской. Нет причин оставлять его в живых. Хочешь, чтобы я сделал это за тебя? А? О? Тихо! Это решение Сайтамы-сенсея. Не, чего тут решать? Он человек. О чем ты говоришь?
Не имеет значения, как смотреть на это. Он уже прошел эту стадию. Если он сейчас бежит в будущем, он станет даже большей проблемой. Если это случится, можешь ли ты взять ответственность? Еще жив. Вы все в самом деле упрямы. Мусор. Ну, разве ты не намеренно побил их так, чтобы они не умерли? Не глупи. В чем смысл? Я не знаю. Может, потому что в этом нет смысла? Убей его! Поторопись и закончи его! Его жизнь! Убей его уже! Добивай его! Что? Все вы, люди, мир, никто из вас ничего не видит, ничего! Вы изображаете из себя героев, когда даже не можете спасти одного ребенка! Вы все безумцы! Однако люди надеются на вас, безумцев! Они сделали неверный вывод, что вы непременно их спасете. Не имеет значения, что случится. Кто-нибудь определенно что-нибудь сделает. Это не их проблема, если появится монстр. Не то, чтобы смерть нескольких людей что-нибудь изменит. Итак, в малой части их сердец будет увеличиваться место. Зло родится. Но все равно зло людей никогда не будет судиться. Это разница между ними и монстром. Этот лживый мир, который создали герои, заполняет людей злом. Вот почему я делаю это. Я стану графом-дьяволом, вводящий в ужас. В мире без места для выживания зло исчезнет. Так же с хулиганством и с дискриминацией. Даже войны. То, что нужно миру, не пристрастная справедливость, а беспристрастное абсолютное зло. Я сражаюсь за мир во всем мире. Справедливость не сможет остановить меня. Я буду сильнее, чем кто-либо другой. Я стану абсолютным монстром. Если бы тебя не было здесь, я стал бы абсолютным злом этого мира. Беспристрастный ужас пронесся бы по миру. Я смог бы установить настоящий мир. Не думай, что все дети ждут героев. В мире есть дети, которые ждут того, чтобы великий монстр занял сцену. Можешь ли ты спасти их? Можешь ли ты идти за безобразным ребенком, которого избивают в парке? Я могу. Я могу изменить весь мир ужасом. Пока человечество боится монстра Гарроу, сердца всех объединятся, чтобы выжить. Есть ли другой мир, кроме этого? Можешь ли ты спасти мир? Можешь ли ты беспристрастно спасти мир с этим дешевым плашем? Сможешь ли ты остановить невидимые трагедии? Ты силен, и что? Ты можешь победить меня, но можешь ли ты держать это? Ответственность. Ну, если ты собираешься победить меня, ответь на вопрос. Чего ты добьешься? Почему ты хочешь убить меня сейчас? Есть ли у тебя чувство долга, как у меня? Почему ты стал героем? Это хобби. Ты, чертов, ты вообще слушал, что я говорил? Что за шутка? Как ты мог? Как ты посмел? Ты, я знал, я видел тебя где-то раньше. Это ты, с того раза, в парке. А? Какой парк? Ну, думаю, что ты меня с кем-то спутал. Ты даже не помнишь, кого ты недавно чуть не убил. Ты, должно быть, шутишь. Ты, раз ты зовешь себя героем, тогда хотя бы принимай всерьез, когда ты чуть не убил. А, достаточно. Я слышал больше, чем достаточно. Что ты хочешь сказать? Раздражает. Ты слишком много говоришь. Что? Эй, подожди минутку. Ты ответил на мой вопрос вот так? Нет. Что есть герой для тебя? А, не может быть, чтобы ты мог жить на такой мутной причине. Ты должно быть безумец. В
твоей голове явно чего-то не хватает. Ты должен был найти какой-нибудь ответ, когда получил эту силу. Скажи мне ответ. Покажи мне, что ты видишь, когда думаешь о герое. Я так не буду удовлетворен. Эй, ты слышишь? Смотри на меня. Эй. Эй, не шути тут со мной, лысый! Я не знаю, это хобби! Ты тупой идиот! Это не герой. Я думал, что сражался с героем. Но этот парень, он вообще не похож на героя. Кто этот парень? Что за черт? Что ты? Герой? Нет! Ты не герой! Ты не можешь назвать это героем! А? Действительно, Гарроу, так у тебя внутри был образ идеального героя? Теперь я понимаю, что ты хотел сделать. Даже несмотря на то, что ты хотел стать монстром абсолютного зла, на самом деле ты хотел стать героем. Ты осмелил себя и решил стать монстром, чтобы принести мир во всем мире. Ты пошел легким путем, думая, что работа монстра была легче и быстрее, чем работа героя. Роль монстра была все же проще. Все, что нужно сделать, это победить всех героев. Это идеально для кого-то, без решимости, вроде тебя. Но ты никогда не сможешь победить меня. Мир во всем мире, движимый страхом, не может свершиться, пока ты не можешь победить меня. Это не сработает. Для тебя это абсолютно невозможно. Твое недохобби монстра против моего серьезного хобби героя. Даже если бы это было все, что я мог, я бы все равно победил. Было ошибкой смягчать проблему прямо перед финишем. Непродуманная цель не может иметь успех. Ты не можешь сделать это абсолютным злом. Но что насчет следующего раза? Что ты будешь делать после этого, а? Что же мне делать? О, так, так силен. Это конец, Фубуки. Я всегда знал, что Сайтама невероятен. Нет, это еще не конец. Гарроу, этот дьявол все еще жив. О, теперь я вспомнил. Тогда, когда я... когда ты поел, не заплатив. Ха, что же тебе делать, говоришь? Для начала заплати за этот счет. А потом делай, что хочешь. Мне без разницы. Просто делай, что хочешь. Что хочешь? Все кончилось, когда я не смог победить тебя. У меня больше нет смысла жить. Эй, не вали все на меня. Мне без разницы, что ты будешь делать со своей жизнью. Так ты не убьешь меня? Каким героем ты оказался? Никакой герой не будет убивать за то, что убежал, не заплатив. Все ошибаются. Даже я. Нет, абсолютно нет. Позволить ему уйти после его охоты на героев – однозначно не выбор. Гарроу должен быть казнен здесь и сейчас. Все согласны? Гарроу должен умереть. Я не соглашался на это. С дороги. Чувак, нет. Я не собираюсь позволить этой мелкой ссоре превратиться в убийство. Все уже было решено. Именно потому, что он потерял свою силу, мы должны сделать это сейчас. Покончить с ним – это наш долг как старших. А, долг старших? Ты вообще понимаешь, что несешь? Думаю, тебе уже пора спать. Ты даже не часть этой операции, так что тихо. Он грязный. Отряде, пожирающие детей. А? Ты опустился даже до такого? Не спрашивай меня, будто это имеет значение. Мы не можем остановить его. Даже ты должен это понимать. Все, о чем они могут думать, это свершение казни. Эй, Кинг, это ты здесь? О? У меня кое-какие проблемы. Извини, но не мог бы ты сдвинуть этот камень? Ой-ой-ой, я попался. Это голос серебряного клыка. Фубуки, можешь помочь? О, ты весь изранен. Ты в порядке? Я очнулся благодаря его голосу. Этот глупец. Благодарю, что вы выручили меня. О, мне лучше уйти. Эй, парни, извините, что прерываю, но раз уж он мой бывший ученик, может, дадите мне разобраться с этим?
Если мы дадим тебе разобраться с этим, что ты будешь делать? У других молодых уже был их шанс. Так что хотя бы дайте мне стать тем, кто покончит с этим. Сайтама. О? Спасибо, что остановил буйство моего ученика. О? Мне не нужны нотации. Просто убей уже меня, старый пердун. Ты... глупый ученик! Ты использовал свою силу неправильно! У тебя есть что сказать? Хоть что-нибудь? Это... необычные его удары. Он не прикладывает к ним силу. И я вспомнил. Это так же, когда он выгонял меня. Он. Почему он остановился? Добей его, серебряный клык. Ты говорил, что покончишь с этим. Если не хочешь пачкать свои руки, тогда я сделаю это. Просто дай мне время. Не, он может превратиться снова. Нет смысла позволять ему жить еще одну секунду. Можно понять, что у тебя есть сожаление. Но не похоже, что у самого Гару. Есть вообще намерение жить как человек. Неужели ты с этим смиришься? Я побил тебя. Ты действительно с этим смиришься, а? Я буду вершить правосудие. Умри. Остановитесь! Стойте! А? Что случилось? Вы так жестоки. Этот человек... Он спас мою жизнь. Вы же герои. Почему вы делаете это? Верно. Мы герои. Сейчас мы боремся за мир. Можешь немного отойти? Что вы собирались делать? Не стоит об этом беспокоиться. Лжец! Вы собирались убить его. Я слышал, как ты говорил, умри. Он спас меня дважды. Бегите! Вы настоящие герои! Появились из ниоткуда! Ну и что? Мистер, бегите! 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 Ты понимаешь, что говоришь? Ты даже не знаешь, что происходит, верно? Этот человек-монстр! Враг общества! Нет, он не враг! Нет, нет! Бегите! Мистер, сейчас! Бегите! Бегите! Теперь ты сделал это! Мистер, за кого ты себя принимаешь? В его глазах появилась жизнь. Нет! Держите его! Гару собирается! Не может быть! Он сбежал! Он исчез! За ним! Если он уйдет, найдите его! Черт возьми! Черт возьми! Итак, долгая ночь кончилась, наступил рассвет. Мой дом исчез.